Ну, впечатления такие, что именно вот именно стрельба вот такая понравилась. Как будто он такой низовой вначале, а потом... Мотор VTEC 2.4, по-моему, K24Z3, по-моему, тут стоит. Honda Servant 3. Подвеска здесь Каяба, в круг стоит. Будем ставить пружины Эйбах по выхлопу. Ну, думаю, паука еще поставить. Ну, посмотрим, если деньги будут. Ну, вот как раз вот такая вот стрельба именно, и реально баса добавилась. Ну, вбил, типа, поставить банку, выхлоп, интернет, искать. Позвонил, говорю, мне нужна на севере что-нибудь. Мне сказали, проспект Вернадского. Я приехал сюда, без пробок, без всего, и вот, пожалуйста, сижу, стою, слушаю выхлоп. Ну да, скажем. Жду. Капец, впервые музыку не ставлю, чтобы послушать машину. Нихуя себе. Слушай, ну прям это, прям качество. Слушай, ну прям хорошо. Мне нравится, что она верховая, в первую очередь, что вот такой вот такой звук именно, не звенящий, а приятный. То есть ощущение, как будто это какой-то прям спортивный японский автомобиль. А для тех, кто не знает, мы планируем также ставить паука. Ну, он будет параллельно с мотором. А, то есть будем распреты, либо вообще там прошивочку чисто накатим на нее. Но, блядь, это реально... Вот учитывая, что банка-то недорогая сама по себе, ну, теперь она прям вообще суетная. Учитывая, что она будет еще пониже, проставочки уже заказали 30 миллиметров. И вообще нормальный такой аппарат. Ну, Honda Cubo советую, кстати, обратиться реально к ребятам. На самом деле выхлоп не такой дорогой, какой вот может быть. У меня был Duster, кстати, на прямотоке с заслонкой. Первый рестовый. И он просто громко орал, пердел и все. Но здесь именно ощущение, вот, что он прям, звук реально дороже. Тут мне вот братишка мой вот сзади сидит, посоветовал именно выбрать баночку. Типа, спасибо тебе огромное, что... Посоветовал, потому что он говорит, что ты, бля, как колхозник будешь ездить. На самом деле хочу сказать, что это не такой выхлоп, то есть он громкий, он реально громкий, но мне что-то кажется, что он не надоест, потому что в машине полная шумоизоляция сделана. Тут всегда очень громко играет музыка. По ощущениям, вот ребята из Honda Cubo, я вам реально советую, потому что если денег... Типа, ограниченный бюджет, сделать выхлоп, это реально эмоции, в первую очередь. Особенно владельцев, ну, думаю, владельцы туперов и так знают, что нужно делать с машиной, но, во-первых, быстро сделали, очень быстро, то есть за час с лишним и прочим. Мы приехали, я записался буквально, алло, выхлоп надо сделать, да? Все, меня записали, приехали, баночку послушали, было 4, ну, вы увидите в ролике, и все, и нормально. Кайф, кайф. Ну, короче, как вы видите, тут уже есть стиль у автомобиля, типа тонированные задние фонари, спойлеры, прочее и так далее. Это очень хорошее дополнение. Вот сам звук, потому что это реально очень крутые эмоции. Потому что когда ты едешь в режиме деда, то все спокойно, типа она не бубнит, ничего. Но если хочешь поднавалить, именно вот такой высокий звук, вот прям кайф. Прям кайф, прям реально эмоционально. И, блядь, она так дергается прям вообще. Можешь поснять даже это. Ну, прикольно. Ну, дальше будем работать над стилем. Ну, я думаю, это не последний ролик, мы еще будем паука ставить. Звук тоже подснимем. И, в принципе, ну что, все по кайфу. Ребята сделали быстро, качество. Все, спасибо большое.